Преимущества атомной энергии по сравнению с традиционными источниками продемонстрировали сегодня в Астане. В Центральном парке прошла акция «Атом в обмен на уголь». Ее организовали члены Ассоциации развития атомной индустрии. Горожанам и гостям столицы показали эффективность ядерной энергии на примере одной урановой таблетки весом всего 4,5 грамма. Также было продемонстрировано, сколько энергии можно произвести по сравнению с нефтью и углем. К слову, акция была приурочена ко дню работника атомной промышленности. От одной ядерной топливной таблетки мы получаем не более 20 грамм углекислого газа при выработке электроэнергии. От угля эта цифра достигает практически 1 тонны углекислого газа. И от 350 литров нефти эта цифра доходит до 900 килограмм углекислого газа. То есть, если мы хотим обеспечить не только энергетическую безопасность, но и чистую энергию для нашей страны, мы никоим образом не сможем обойтись без атомной энергии. Наряду с другими источниками энергии, как солнце, ветер и гидроэнергетика.